Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский возрождает традицию проведения выездных приемов в поселениях муниципалитета. Ведь не у всех жителей округа есть возможность приезжать на прием главе в город Видное. У него есть возможность именно на месте увидеть все объекты, о которых идет речь, и здесь, как говорится, почувствовать атмосферу, которой, чем болеют жители, что их волнует. Я считаю, что такая практика вообще очень замечательная, что это приближает нашу власть к людям, к жителям, и это очень люди ценят. Выездные приемы традиционно проводятся в присутствии главы поселения. В этом случае на встрече с жителями была глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина. Заранее на прием было записано 8 человек. Темы, с которыми люди приходят, в основном бытового характера. Жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы водоснабжения, вывоз мусора, транспорт, благоустройство дороги. Справедливости ради, не так я давно на территории, чтобы сказать, что все вопросы я знаю. И, конечно, многие вопросы для меня, ну, слышу вплоть до того, что первый раз, несмотря на то, что и совершали объезд уже территории вместе с руководством, вместе с депутатом. Вот вопросы такие хозяйственные, практические, и я не сомневаюсь, что большинство из них вполне себе решаемы. Член общественного совета поселка Развилка Наталья Брылова на прием пришла с вопросом о местной амбулатории. По ее мнению, статус медицинского учреждения давно пора менять. Поселение развивается, население увеличивается. Пришло время преобразовать амбулаторию в поликлинику. Как амбулатория, она уже просто не может активизировать вот этих вот людей. Как бы врачи есть, но нету мест. Людей много, сидят в очередях. Первым этапом обращения к главе округа Наталья довольна. 5 марта Алексей Спасский намерен посетить Развилковскую амбулаторию, чтобы лично разобраться в ситуации. Все остальные вопросы от жителей глава муниципалитета взял на контроль и обещал в скором будущем помочь их решить. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.